Это третий эпизод, сегодня воскресенье, 15.06. Третий эпизод с группы Junket. Это сайт проекта Maximao. Сегодня будет лайв, вот мы немного пообщаемся. Первый проект — это приквел. Вектор звучания группы. Сейчас будем общаться с ребятами. Вот у нас гости — это Жора Вальчук,
Коля Шостер. Да. Это дуэт. Вот, я думаю, стоит начать вообще с того, как ребята начали, собственно, записывать музыку, где была там условно первая репетиция, что было началом вашего творчества. Привет всем. Первой репетиции, по сути, не было. Нас позвали выступить в галерее. Мы собрались. Начало получаться. Ни с того, ни с сего. Ну вот. Да, это было смешно, потому что попросили саксофониста найти на выставку, и он подумал, что ему будет скучно играть, и как раз там были какие-то наработочки. А потом, да, мы там только не репетируя, там 5 минут играли, подошли уже у Коли, там берут телефон, заказывают на следующий день в тот же музей. Там мы тоже только пошли на второй раз, там тоже 5 минут сыграли, опять взяли телефон, и вот так вот мы только один раз репетировали, собственно. А потом поняли, что в этом и прикол, на самом деле, этого проекта, что, ну, если заранее заготавливать что-то, но не факт, что всегда, конечно, выйдет так, как ты как хочешь. Ну, и специфика, что ты должен, ну, не должен, а просто онлайн все делаешь. Полноценный как сет такой, полноценный экспериментальный сет, да, живыми электронными инструментами. Вот у вас все-таки это дуэт, в любом случае, мне кажется, что есть какие-то компромиссы, есть какие-то споры. То есть, допустим, у Коли, у него 2 инструмента, это уже спор между саксофоном, там, условно, и флейтой, у тебя электроника. Вот если, условно, там, на репетиции, насколько часто там возникают споры вообще, в принципе, по музыке или там в лайве? Фишка в том, что поэтому нам и легко играть в этом проекте, потому что никаких споров не было еще и, надеюсь, не будет. Оно легко и просто получается, мы даже не рассчитывали, что будем им заниматься, оно поперло, вот и все. Да, то есть такой идеи не было, это все спонтанно, в принципе, как и сама группа. Просто, да, наслаждаемся, пока так идет. Окей, слушаем дальше. Yeah, you thought that was it?
Второй музыкальный референс группы Junket. Это Koi Child. Немного хип-хоп вайба. Передача Swinger. Трек Touch M. Буквально через 2-3 минуты ребята будут играть мини-сет. Минут на 15-20 может быть. И мы еще с ними немного пообщаемся. Слушаем. Сегодня Swinger Special. У нас в гостях группа Junket.
И это будет первый мини-сет. Да? Давайте стартовать. Джанкет. Thank you.
To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. Джанкет. По-моему, это было супер. Ребята, пусть отдохнут немного. Сейчас играет Крибалайзер. Это второй референс от Жоры. В первую очередь тут есть флейта. Насколько я помню, Atomic Sima играли на разогреве у Крибалайзера. И это... Три часа сет? А, мечта. Я послушал 3 часа. Да, это мечта. Еще хочу напомнить, что Жора играл вместе с Рич Тейром и группой Red Snapper. Да вообще, для меня Atomic Sima и все, что они делают, это одна из лучших групп в Украине. Слушаем Herbalizer. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with jello. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color, the most delicious flavor, and how would that affect our oral explorations? If the jello gets firm, would I bounce? As you look around for what's new and different, remember these three important weapons that should be learned to keep a man in love. Imagination, sensitivity to his moods and desires, and the courage to experiment with new sexual techniques, enticing situations and places. Lovemaking is physical, and so is its language. Suck, cock, fuck, and prick are not bad words. Used in the bedroom by lovers to describe parts of the body and physical activities, they are very proper indeed, and they distinctly enhance sex. Prudish attitude. Don't bristle and stick up your nose. At least not up in the air. Если Herbalizer это все-таки больше биты, сейчас будет второй трек.
Про референс от Коли. Это Sons of Kemet. Это группа Шебака Хатчинсона. Ну, здесь, я думаю, будет больше все-таки саксофона, экспериментов, все-таки больше джазовости. Ну, это откровенно джаз все-таки. Хочу услышать, почему выбрали именно эти два трека. Начнем, наверное, все-таки с Жоры. Твой трек был первый. Ну, когда ты попросил референс прислать, то я сразу думал, что, ну, чтобы мне это напоминало, мне сразу вспомнил Saint-Germain, Soul Flute трек. Вообще надо рассказать о Коле, потому что Коля такой тихарь, я бы сказал. То есть он пришел как саксофонист изначально пробоваться, и тоже как мы его нашли, это отдельная история. Вот, но потом... и вот на этой выставке, на которой мы первой играли, мы что-то ставили, я слышу, что играет флейта, но у меня сэмпл флейта я не ставил. Такой думаю, откуда взялась флейта? Такой, оп, смотрю, это Коля играет. Вот, так же Коля еще играет на кларнете. Коля, расскажи еще. Я не играю, я шуманю. На бутылках, на пальцах. Ну, в общем, вот это... Да, я вот Herbalizer, когда, был, ну, когда мы были на их концерте, я вот когда слушал их флейтиста, он же по совместительству саксофонист, то я вот точно понял, что нам нужен по-любому флейтист в группу, потому что саксофон там много уже, ну, как единственный солирующий инструмент, он приелся. А там флейтист играл так, что, я не знаю, какой-то гипноз был. Вот, и вот так вот и все появилось. Мне просто кажется, что эти два трека больше всего подходят под... Ну, если сравнивать какой-то референс условный кидать, то... Ну, это от меня, если говорить. Да. Ну, в первую очередь, Koi Child, они меня покорили в тот момент, когда я их услышал, потому что они невероятно удачно совмещают фанк, хип-хоп, вместе с духовыми очень плотными фирмовыми. Вот это австралийцы, и они достаточно свежие, то есть альбом вышел в 2016 году, их последний единственный. Я думаю, они еще о себе заявят. И, вот хотелось поделиться, потому что это было яркое впечатление. А второй трек с тубой, ну вот эта команда, они вводят инструменты такие, как туба, что тоже это была одна из мечт, на самом деле, где-то подключить такой инструмент. Поэтому, ну и опять же, они интересные ребята, очень интересные. По звуковым сочетаниям двое ударных у них. И, кстати, вот только что перед эфиром решил задать себе вопрос, что же такое Kemet. Ну, вот как-то я не знал этого раньше, и оказалось, что это древнеегипетское слово, которое означает «черная земля». Вот. Вот такая вот штука. Давайте поговорим про эксперименты немного. Ребята, потом начинать. После этого... Что бы вы хотели добавить звучание, или с кем бы вы хотели создать коллабу, какой-то еще инструмент или еще одного участника, или может вам вдвоем и так комфортно, и все идет окей? Вчера как раз мы играли, и у нас был эксперимент, вот, чтобы там, либо убедиться, либо опровергнуть, что там стоит нам или нет. Мы вчера задействовали перкуссии, и вчера был трек с парнем, который, ну, то есть приглашенный вокалист был, Дима Сезонов. Дима, привет! Классно вчера вообще все было. И вот сейчас делаю такую более драм-н-бейсовую музыку, ну, не то, есть вечер, один из треков, вот, и он туда влился очень отлично, то есть вот дозированно использовать кого-то, почему бы и нет, именно вокалиста, потому что там другой инструмент, он как-то будет слишком резок, не знаю, там, в сочетании, к примеру, с электронной музыкой, ну, то есть, если бас, ну, не вариант, ну, как-то думали, ну, никто не мог. А вот, или женский вокал, может, под какой-то один трек, да, вот есть девочка, которая классно поет, и думаю, попробовать тоже с ней. Но это чисто так на фиты, то есть это как приглашенные артисты, не более, то есть не на постоянную основу. Поскольку так все получилось, что мы так вот, не думая ни о каком проекте, вот так вот он образовался, то, думаю, стоит таки продолжать, наверное. Согласен, да, по поводу вчерашнего вкрапления Димы, очень круто было. Спасибо, Димон. Вот, и меня восхищает смелость Жоры, что он выходит вот с программами, с таким простым форматом создания электронной музыки, и в этом, и она импровизационная, да. То есть музыка создается в реал-тайме, каждый новый шаг ты не можешь продумать. И... Потому что терпения не хватает нормальной программы. Вот, это придает ее живость. Мне кажется, мы себя отлично чувствуем вдвоем и будем обязательно задействовать
коллабы делать с разными музыкантами, я думаю, постоянно. Это очень круто. Супер, фиты — это хорошо. И случайности не случайны. Да. Давайте послушаем еще немного Sons of Kemet, трек называется Rivers of Babylon, 2013 год. И ребята будут начинать вторую часть. Это Junket, второй мини-сет, Live, Swinger, слушаем. Thank you.
Virus, этот Atomic Simo... О, от Junket'а, сори. Это был Junket. Да, давайте... Будем заканчивать, немного поговорим. Я думаю, всех только интересуют ваши дальнейшие планы. У вас сегодня был все-таки какой-то по счету концерт, хоть это и лайв-сет. Какие дальнейшие концерты и дальнейшие продвижения с группой Junket? Ну, вот ты же говоришь, что уже во Львов заказывают. Вот, у нас опять-таки, да, на каждом концерте появляется следующий концерт. Это вот мы будем играть еще 23 числа, будем играть на Подоле заведения «Хлам» Константина Мишукова, его новое заведение. Также будем играть на Zets What's Up, который будет в М17 Contemporary Art Center. И также вот, да, наверное, самым пока мощным таким по уровню выступления является, наверное, на Гедонизме, мы будем играть сразу после Киасмос. Если там кто-то останется еще, конечно. Ну и есть еще концерты, которые пока рано озвучивать. Есть предложение, на следующей неделе будем обсуждать. В любом случае, похоже, хотим мы этого или нет, они появляются. И я думаю, план у нас размашистый. Супер, группе нужно двигаться. Если вас зовут, то вы на правильном направлении. Вот, я думаю... Останавливаться не стоит, да. Вот что насчет записи, потому что если мы говорим про лайв-сеты, спонтанные какие-то импровизационные вещи, вы думали, как можно записать так, чтобы потом еще раз это сыграть, или просто записать что-то, чтобы было издано там диджитал? Вот мы вчера об этом говорили, думали, что самый идеальный вариант это лайвы писать, но вчера с Димой мы сделали этот драм-бейсовый трек, и вот его хотелось действительно сделать, потому что он уже прям, ну, не знаю, прям готов. А все остальное, ну, просто есть велика вероятность, что потом так не сыграешь второй раз, если, к примеру, там кто-то там в штате определенных, знаешь, там, переходиков или там какого-то звучка, ну, там, оп, его нет. По-моему, лучше, по-моему, как оно с сетом, чтобы оно все длилось и также друг друга ловили. Я слышу Коля слышит меня, нам больше никого не надо. А, мониторы, да. Возможно, еще запишем на студии вместе... Не по отдельности скидывая проект, а вместе лайвом тоже писанем. Если будет что-то удачное, то вполне можно будет заявить его и предупредить всех, что дома не повторять. Повториться это не сможем. Просто вот такой лайв-сет, но в хорошем качестве, скорее всего, будет. Концерты. Абсолютно. Друзья, ходите на концерты, билет стоит будет 2-3 доллара, 4-5 долларов. Это не так много, потому что пообедать где-то, мне кажется, будет стоить дороже, а так вы поддержите группу, будем развивать просто немного как-то музыкальное пространство в Украине. Учитывая, если мы говорим про джаз и околоджазовую музыку, то стоит это делать все-таки. И когда появится digital запись в любом формате, пусть это будет лайв, пусть это будет альбом, EP-сингл, слушайте, шерьте, распространяйте, потому что в любом случае это делает то, чтобы новые группы не боялись, знали, что есть площадки, например, Antifit, и можно прийти, поиграть, показать себя, не бояться и делать, создавать музыку. Что, будем прощаться? Сегодня был Свингер Спешл с группой Junket. Жора, Коля, вам спасибо большое. Вот, у нас было какое-то количество гостей. Всем спасибо, пока. Через две недели будет просто эфир. Пока не буду говорить, что будет в эфире. И еще один спешл будет уже через месяц. Здесь я точно могу сказать, что это будет иранская музыка. Сантур. Но все ближе к делу, следите за обновлениями, новостями. Всем пока.